Так, в чем же секрет этих уникальных теплогенераторов? В этой истории участвуют два химических вещества. Тригидрат ацетата натрия и водный раствор ацетата натрия. Вот это переходит вот в это при температуре 100 градусов по Цельсию, температуре кипения воды. Но хитрость в том, что этот раствор при охлаждении не превращается обратно в кристалл. Он становится пересыщенным раствором соли. И достаточно одного щелчка, чтобы снова превратить его в кристалл. В процессе кристаллизации выделяется тепло, которое мы как раз и ощущаем. Раствор ацетата натрия помещен в прочный пластиковый корпус и не способен причинить вам вреда при правильном использовании. Тем не менее, обязательно перед использованием грейки ознакомьтесь с нашей инструкцией по технике безопасности.